Всем здравствуйте. Это второй мой видеоотчет. Должна была выложить его уже давно, но по техническим причинам не могла этого сделать. С Давидом мы общаемся с сентября. Первый видеоотчет мой в сентябре, и там я говорила о первых результатах. Сейчас хочу сказать, что произошло за все это время. Сегодня уже 3 ноября, по-моему. Да, по-моему, 3 ноября. В общем, с Давидом за все время мы связывались, наверное, раз 5. Может, 5 сеансов было. Уже точно не помню. Давно не звонила. В общем, хочу сказать, что произошло у нас за это время. Была такая ситуация. Я поехала с Варей к своей сестре на несколько дней. Перед этим позвонила Давиду, мы с ним поговорили, объяснила ситуацию, что Варя там себя плохо ведет, плачет, уходит домой, не играет с детьми и пугает их. Начинает прыгать, скакать, махать руками, дети пугаются, там трое племянников, у меня сам маленький, 1,5 года. Мы поговорили, Давид пожелал нам удачи, мы поехали. Приехали, Варя как себе домой, пришла, разделась, пошла играть, играла, не плакала. В общем, мы там 2 дня провели замечательно. Она играла с детьми, она подходила к маленькой Валюше, которая 1,5 года, брала ее за руку, трогала ей живот, не кричала, не пугала. Один раз была истерика на детской площадке, но это на детской площадке. В доме все было хорошо, и спала, ела. В общем, 2 дня мы провели хорошо. Даже сестра моя не поняла, что с Варей, почему Варя себя так ведет, не как всегда. В общем, вот такое что-то у нас произошло. Значит, потом у Вари стал появляться указательный жест. Но она не показывает на предмет, а она показывает глазки, нос, ушки, рот у животных. И показывает картинки в книгах. Ей говорит, где там божья коровка, она и находит такой пальчик. Ну, показывает еще люстру и окно, когда попросишь. Вот. Как обычно, ребенок еще и пальчиком везде не тыкает, но это уже хорошо. Она смотрит картинки в книжках, стала с интересом разглядывать все, смотреть, искать цветочки там, маленьких букашек, пчелок. В общем, у Вари появился интерес. Варя стала получше играть, поинтереснее стала играть с игрушками. Начала катать коляску. Было одно время, когда она ее каждый день просто катала, катала. Пупсик вывалится, она, конечно, его не поднимает, но сам факт того, что она берет эту коляску и катит, уже хорошо, потому что до этого она вообще просто обходила мимо. Варя забирается на велосипед, пытается поехать, дрижи, бубу, там, далее сама не крутит, но я ее катаю, ей нравится. Мы завели собаку. Первые дни Варя вообще на нее не обращала внимания, то сейчас она с этим щенком тоже может и поиграть, и посмеяться на него. И, в общем, не прикасается еще, но внимание уже обращает. На улицу. Раньше очень слезами прям собирались. Ну, и сейчас вот какой-то период опять настал, она со слезами начала собираться, со слезами раздеваться. То вот она время было прям как в сказке. И пойдем на улицу, она понимает, садится, одевается, все, идем на улицу. Приходим с улицы, раздеваемся. На улице мы раньше выходили, она всегда на руки, я ее таскала, она не любила ходить. Ну, сейчас мы потихоньку уже тоже это... Дело все в сторону, мы выходим, я беру за руку, мы идем, и она с интересом идет, смотрит вперед, что там, куда мы идем, смотрит под ноги. В общем, ходим побольше за ручку, и переключилась немножко Варя, тоже очень хорошо. Раньше было невозможно. Вот, что еще Варя? Варя, значит, в еде ничего нового не появилось, но она стала пробовать лизать. Ну, ей дашь огурец, она его лизнет. Дашь хлебушка, она его лизнет. Ну, тоже ничего раньше даже в руки не брала, сейчас хоть кто-то делает. Мы, конечно, с Варей занимаемся, очень интенсивно занимаемся. Ну, одних занятий, я думаю, было бы мало. Какая-то тут какое-то волшебство происходит, и слава богу. Был период у Вари недавно, прям неделю она
плакала, истерила на занятиях, вызывала себе рвоту. Истерила так, что истерика до рвоты. И спала плохо, засыпала плохо. Ну, на ровном месте просто истерики. Я просто написала Давиду об этом. Написала, объяснила ситуацию, на что он ответил, что все будет хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, истерики ушли. Истерики ушли, и в РЦ мы ходили, там тоже были истерики, они ушли. Все, теперь истерик нет, тварь ходит на занятия нормально, рвоту не вызывает. Засыпать со сном, конечно, у нас еще проблема остается. Бывает иногда у Лари, что она долго не засыпает, но ночь все спит напролет. Но то, что уже хорошо, я сейчас поспала, выспалась, время 7 утра, я записываю видео, пока все спят. В общем, ночь Варя спит. Варя стала больше смотреть в глаза всем. И всем родным, и всем чужим, кто приходит, она смотрит в глаза. С интересом.